представь, что сети больше нет. Соцсети пусты. На Ютубе не звенят колокольчики. ВКонтакте больше не ВКонтакте, а Дуров никогда не вернет стену. Вместо Телеграма – бумажные телеграммы. Заводы берут на работу бывших тиктокеров, а у блогеров остался лишь единственный лук – на грядку. Что ты будешь делать без интернета? А сама что без интернета делать будешь? Так вот, кто тут действует у нас. Ты что, Вика, в гидромедцентр сама-то без интернета за пятнашку пойдешь, а? Хватит ерундой заниматься. У нас тут заказ на рекламу большого хозяйства. Мужского? Фермерского. Голова ты садовая. Знаешь что? Интернет жил, интернет жив, интернет будет жить. Поэтому поздравляю тебя с праздником. Хорошим и светлым.